сектор получается, чтобы трава не мешала. Не было рикошета никакого, отбурил здесь предположительно. Может, дверь пойти, очень удобно рассматриваться все будет. Будем ждать. Сразу дальше вроде не затрещал. Такой где-то трехлетка примерно. Расстояние было небольшое, но трава, конечно, трудно было стрелять, потому что очень густой и плотный слой травы. Ну, хорошо, что веток нет, поэтому пуля сработала через траву неплохо. Ну, я считаю, что неплохой зверь. Добыли, красиво, все классически. Один выстрел, один зверь. Вернее, корон. Отличился? Да. Виктор? Виктор, да. Ну, молодец. Так и надо стрелять с таким оружием. Задумано, чтобы мясо не портить, да? Да, это вообще... Ну, хороший козлик, крупный очень.